Всем привет! Здравствуйте! Мы вас приветствуем на канале Тина Токсина. Мы сегодня где? В Вильнюсе. Это Вильнюс, гора Крестов. Прогуляйтесь с нами и посмотрите, что можно увидеть в Вильнюсе за один день без ночевки. Нам туда! В Вильнюсе очень красивые всякие дворики. Ну а здесь... Двор не двор, дом не дом, что-то осталось от дома. Но так интересно. Один этаж, скорее всего, было два этажа. Сейчас такие походные условия. Надо где-то перекусить, попить чайку прямо на улице. Но посмотрите, с каким мы видом. С видом на Аушросварты. Ну и как тебе? Столько голубей, у меня еды столько нет. Так вот, надо сначала птиц покормить, а потом самому точить. Я не рассчитывал на такую компанию. Раньше достаешь термос в городе, начинаешь кушать. Все смотрят на тебя, как на туриста или как на бомжа. А сейчас все кушают, все с мешочками, и никто не обращает внимания. Кафе закрыты, красота. Заход в Аушросварты или остров Рама. Одна из важнейших достопримечательностей Вильнюса – объект светского туризма и религиозного паломничества. Остров Рама представляет собой сохранившуюся часть городской стены с часовней, в которой хранится важная христианская святыня – образ Богоматери. Ворота были возведены в начале 16 века. В 1671 году появилась деревянная часовня, позже перестроенная из камня. Сейчас во время карантина, конечно же, все закрыто. Мы даже не будем пробовать туда зайти. Смотри. Опа-на! Но мне кажется, нельзя заходить. Фотографировать там нельзя. Старый город. Улочки и площади старого города – место, откуда началась история Вильнюса. В глубине средневековых кварталов прячутся храмы, сувенирные магазинчики и рестораны. Здесь сосредоточены главные достопримечательности литовской столицы. Балтийские столицы, такие как Рига, Таллин и Вильнюс, чем-то между собой похожи. Однако в каждой есть свои особенности, поэтому прогулка по старой части Вильнюса принесет настоящее удовольствие туристам. Какой красивый старый вильнюсский дворик. Но закрыты ворота, зайти нельзя. Я только засунула руку посмотреть, а там есть всякие магазинчики, сувениры и деревянные резные скульптуры. Ты куда идешь? Здесь кафедра была архитекторов наших. Когда-то, а сейчас здесь отель. Здесь учились архитекторы. На архитектора можно было учиться только на литовском языке. Я учился на инженера-строителя. Наша кафедра была напротив. Ворота сами закрываются, открываются. Мы пробежали быстрее, чтобы не остаться в заперти. В Вильнюсе куда ни посмотри. Голову подними туда, голову поверни сюда. Везде красиво. Очень богатая история. Всего и не расскажешь. Можно ходить, просто смотреть и наслаждаться такими видами. Здесь какой-то монастырь. Только что сюда приехала монашка. Монастырь Святого Духа. Ой,
Ой, в этом дворике прям хочется говорить шепотом. Водяна. Такой милый и уютный двор. Мы были в Вильнюсе 2 года назад. Здесь было столько много людей, было невозможно пройти. А сейчас, посмотрите, вообще никого. Вообще. Здесь была наша кафедра на горе. И тоже из вашей кафедры сделали гостиницу. Ну, я не знаю, написано, что проходить можно, но там ворота сами открываются и закрываются. А эхо какое! Этот дуб еще помнит историю. Тут было много-много дубов, целая роща. Пришли первые христиане, Антоний, Иоанн и Евстафий. И язычники их убили на этом месте, и потом построили эту церковь. Внутри очень холодно, очень холодно. Отопления вообще нет никакого. Открыты двери, чтобы заходил теплый воздух. Я надеюсь, что здесь можно ходить. Никого нет. Я зашла одна. Ну, еще в таких храмах мы не были. Часовенка Святого Луки. Скорее всего, будут делать ремонт. Пока еще без ремонта выглядит вот так. А там старая лестница наверх. Монашеская крипта. Скорее всего, туда можно вниз спускаться, но мы не пойдем туда вниз. Я вам так покажу эту лестницу древнюю. А внутри выглядит вот так. Прямо на стенах нарисовано что-то. И так интересно, ковры на полу. Может, это сделано для того, чтобы не было очень холодно. Не знаю. Такие стулья поставлены. Не лавки, как обычно бывают в костелах, а стулья. Интересно. Первый раз я в такой попала. А это барельеф в стене. Виктор говорит, что очень древняя. Не очень можно разобрать. Раб Божий. На каком даже написано? На древнерусском. Раб Божий, милостивый. Цветочки. Видишь, как было? Ромашки, цветочки разные. Оставили фрагмент нештукатуренный, и показано, что кирпичи и красные, и желтые. Как выглядело раньше. А меня все привлекают старые вильнюсские дворики. Но здесь очень-очень старый вильнюсский дворик. А здесь была у нас кафедра, мы тут физику изучали. Ну, хорошее место с видом на костел. А вот идет житель Вильнюса. Наталья. Мы с Наташей познакомились в Болгарии. Она немножко стесняется, но она сегодня проведет нам экскурсию по городу. Да-да-да, проведешь. Привет! Литовская национальная филармония, проходят концерты, сейчас все закрыто. А вот еще один красивый дворик. Это идет Мирунас, оперный солист. Я с ним поздоровалась, он сказал «Лободена». Памятник двум сестрам-писательницам. У них псевдоним Лаздину Пеледа. София и Мария. Еврейская синагога. В Вильнюсе жило очень-очень много евреев, и поэтому есть своя синагога. Она до сих пор действующая. Из-за карантина сейчас, конечно, не работает, а вообще у них 2 забора. Один, и вот там второй. Эта часть раньше была еврейское гетто. Сюда сгоняли всех евреев. На одежду им нашивали специальные опознавательные знаки, чтобы все знали, что это евреи. И не разрешали покидать территорию.
Ой, как хорошо, нету ветра. Как раз мы идем по улице, где было еврейское гетто. И откуда они не могли выходить. Должны были находиться только здесь. Здесь раньше была больница. Ох, какой дворик чудный. Вот это здание, это была больница. Сейчас, конечно же, это не больница, но интересный такой двор. Осталось название улицы Легонинес. Еще ворота настоящие остались. Мне кажется, их уже закрыть нельзя. Они развалятся. Когда ходишь один в такие дворики и не зайдешь, пройдешь мимо. А вот идем с Наташей. Наташа говорит, здесь жила моя подружка. Мы с ней здесь часто гуляли. Памятник доктору, который помогал всем. И людям, и зверям. Девочка принесла котенка, и он лечил этого котенка. Памятник этот подарили евреи Вильнюса в честь этого доброго человека. Прототип доктора Айболита. Центр еврейской культуры и информации. Наташа идет, рассказывает всякие интересные истории, как она здесь в молодости ходила в бар и разрешила проводить сразу трем кавалерам. А почему сразу трем кавалерам? Говорит, потому что знала, что живу недалеко и, если что, могла сбежать домой сразу. Ратушная площадь, костел святого Казимира, очень красивый купол в виде короны. А это сама ратушная, а это сама ратуша. Кинотеатр Москва? Ух ты! А что стало из кинотеатра? Просто магазины? Вильнюсская ратуша. На Ратушной площади зимой на Рождество ставят вторую елку. Первая стоит около Гедемина башни, а вторую здесь. По дороге на учебу где-то здесь мы брали молочные коктейли. С 1941 по 43 здесь было Вильнюсское гетто. Было маленькое гетто и большое. Мы здесь прогулялись. Закрыли Мишку. Раньше он стоял около ресторана Лакис. Как красиво играют бедные соседи. Нашел настоящие старые кирпичи. Во размер какой. Это два, наверное. Самый дорогой ресторан и отель Вильнюса. Называется «Стиклей». А что это, они таких сделают, по этим картинкам сделают таких, да? Наверное. Стекла. Как и витражи. Thank you.
Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот-вот, я хочу, чтобы ты мне на камеру это рассказала. Костел Святой Анны. Бонапарт, который Наполеон, хотел это здание забрать к себе в Париж, но, конечно же, он его не перевез. Построено в готическом стиле. Если будете в Вильнюсе, не стесняйтесь, заходите в маленькие дворики. Они здесь просто чудесные. Гуляли в парке Бернардинцев. И там очень-очень много вот таких больших скворечников. Если такая дырка, то кто там живет? Раньше назывался сад молодежи. Потом Сирейкишку паркас. Сейчас Бернардинский парк, потому что там монастырь Бернардинцев. Очень тяжелое слово. Бернардинцев. Бернард. Святой Бернард. Вот это он, святой Бернард. Поднялись на гору с тремя крестами. Посмотрите, какое у людей козырное место. Они сидят, у них какой-то сегодня точно праздник. Какой-то ресторан им все организовал. У них там посуда стеклянная, вино, в тарелках суп горячее. Ну, так интересно. Романтический обед с видом на старый Вильнюс. Спускаемся вниз, очень-очень страшно, меня пустили первую. Говорят, если покатишься, то мы тебя побежим спасать. Литовская порода собак. У Виктора предположение, что достал этот карантин. Кто знает, как перевести, напишите в комментариях. Только что мы были с вами там. Очень красивый вид открывается на весь Вильнюс. А сейчас мы пришли к Гедемино башне. Но Гедемино башня выглядит не очень. Почему? Раньше тут был лес, потом лес вырубили, думали, будет очень красиво без леса смотреться. Но трава начала осыпаться, начали сверлить сваи, укреплять, засыпать щебнем. Вот это все щебень. Да. Еще построили вот это здание. Называется Валдову Румой. Это новое здание. Еще бывший президент Бразаускас когда-то тут закладывал первый кирпич. Что это такое? Это фундаменты, кусочки древнего фундамента. Старые-старые фундаменты. Их укрепляют, восстанавливают. А это вид на башню с другой стороны.
Что вы можете сказать про Вильнюс? А, это построил Лавринас Така Гутявичус. Что ты делаешь? Волшебное кольцо, надо крутиться и загадывать желания. Им надо ставить. Год, дата основания Вильнюса. На этой горе, где стоит сейчас башня, князю Гедиминосу приснился сон. Ревущий волк в железных доспехах. Утром князь пошел к ясновидящему, и он сказал, что это означает, что на этом месте должен быть город. И вот князь построил город. Ты знаешь, это настоящий шафран? Это не настоящий шафран, это подделка шафрана. Настоящий шафран берется из каких-то других цветочков, но они очень-очень похожи на крокусы. Заходим в независимую республику Ужупис. Называется Ужупис, потому что за речкой. Даже есть своя конституция. Так это еще этот... Качели. Качели. Что это такое? Ты увеличился в два раза. Похож? Очень. А вот так? Да, прям один в один, твой низ. В этом райончике все говорит о том, что здесь живут творческие люди. Дошли до Конституции Республики Ужупис. Человек имеет право жить рядом с Вильняли, а Вильняли течь рядом с человеком. Человек имеет право на горячую воду. Каждый имеет право умереть, но не обязан. Если хотите все перечитать, нажмите на паузу и все-все перечитайте. Выберите себе по одному уставу из этой конституции. Мне нравится вот этот. Не побеждай, не защищайся, не сдавайся. Черепичную крышу надо иметь. А мне нравится, собака имеет право быть собакой. Наташа, а тебе что нравится? Каждый имеет право быть непонятным. Непонятым. Новые дома, совершенно новое строительство. Все сделано как-то необычно. Продолговатые высокие окна, небольшие балконы есть. Но с видом на реку. Вид, конечно, зачетный. Раньше на этом месте был какой-то завод. Напишите, кто житель Вильнюса, какой здесь был завод. Сейчас построили новые современные коттеджи. Вот еще новое строительство. Очень красивые домики. Скорее всего, даже не знаю, коттеджи это или многоквартирные дома. Если кто-то знает, напишите в комментариях, как называется этот райончик.
Сколько стоят здесь квартиры? Или это коттеджи? Какая у них цена? Место, конечно, обалденное. Но, наверное, самое классное место для жилья – это вот этот дом на высоком берегу, а здесь река. Это старое кладбище, а это домики с видом на речку. Каждый дом имеет свое название. То ли дом художника, философа, поэта. Каждый дом под своим названием. Как туда попасть? Здесь можно перейти по мостику через речку или там приехать на машине. Но там всегда закрыты ворота. Туда могут заехать только те, кто живут там. Что, дети мои, устали? Все, едем домой? В прошлый раз, когда мы были в Вильнюсе, мы ходили сюда, на это кладбище. Это конец Ужуписа. И 2 года назад сверху мы смотрели, еще моста не было. И этого района не было вообще. Здесь был какой-то завод. Вот остались здания этого завода. А вокруг строят новостройки. Свеженькие-свеженькие дома. Вид бесподобный. А дальше здание темное, из клинкерного кирпича. Стекло. В крышах велюксы. У людей у каждого веранда. Посадили туи еще несколько лет. Эти туи вырастут. И не будет видно, как люди ходят. Интересное сочетание. Темный клинкерный кирпич, коричневый. Потом просто покрашена стена. Эта улица еще не готова. Сверху тоже интересный архитектурный элемент. Специальная ржавая конструкция. Она немножко поржавеет. И потом такая остается коричневая. Красивые балконы, выдвинуты. И со стеклом. Дорогу еще не сделали, но чтобы не гремело, положили резину. Резиновые маты специальные уложены. Этот район очень большой. Вот как выглядит. Это специальная сталь. Она сверху ржавеет, а потом внутри дальше не ржавеет. Подают бетон, бетонируют колонны. И это не реновация. Реновация – это когда берут старый дом, пытаются его утеплить. И никак не могут сделать так, чтобы окна хорошо сходили. Здесь все красиво сходится. Где окна подходят, сразу все продумано. Балконы. Здесь дорога уже готова. Чтобы машины не заезжали, специальные шары поставили. Тоже клинкерный кирпич. Балконы бетонные. Балконы стеклянные. Ничего лишнего. Внизу паркинг. Заезжаешь на машине вовнутрь. Машина всегда чистая и не болит голова. Здесь в конце разворот. Есть еще очень хорошие места с закрытым двориком. Вышел во дворик, погулял, никто к тебе не зайдет. Когда мы были в альплагере, после гор очень устаешь. Чтобы восстановиться, мы шли горные речки, садились возле реки. Там такой хороший воздух, влажный. Какие-то ионы от горной реки. И очень быстро восстанавливаешься. И здесь речка быстрая, чистая. Можете погулять, посидеть. Очень хорошая здесь атмосфера. Это образец, как из старого завода сделать приятное место для жизни и отдыха жителей города. Нашел пустую бутылку. Это сейчас большая редкость. Бутылка стоит 10 центов. Сейчас никто мусор не бросает. Не разбрасывайте мусор по городу, пускай город будет чистый. Мужчина, там очень мало зарядки, надо зарядить аппарат. Мужчина. А здесь построили совсем новый дом, современный, а рядом еще старый дом. Возможно, когда-то его реконструируют или снесут, построят такой же современный дом. Нержавейка. Нового типа мусорки, только почему-то принесли и поставили рядом мусор, а не кинули сюда. Смотри, какая терраса. Здесь специальная ржавая сталь, а здесь вот террасная плитка и стекло. Тут травка растет. Домой можно попасть, просто переступив через это ограждение. Влюбленные приезжают на этот мост и вешают свои замки, надеясь, что их любовь не заржавело, так как эти замки.
Какая интересная улица. Даже все пронумеровано и написано, что это означает. Допустим, номер 116. Сейчас мы найдем и почитаем. Сделала София Агня. Без названия. Просто написано, кто сделал. Разные скульптурки, разные... Как назвать даже не знаю, что это. Всякие поделки. Все пронумеровано. Это внук и дедушка. Две руки. Первый магазин, который вообще без продавца. Надо просто взять какой-то товар, не надо ничего сканировать. Система сама поймет, что вы взяли, и вам посчитает эту сумму. Можно платить только карточкой. Товаров немного, но самое необходимое есть. Все, уже все устали. Виктор хочет в Клайпеду, Наташа хочет домой. Заключительные несколько метров. И все. Наташа даже говорит, что хочет пива. Покажите, что у вас есть, какие иконы. О, как я кай аймотал? Щущи дальше мою ору. Ты все повик с люкой. О, там наверху и кекай ное. Ну, павижу из дешинес. Ага, та. Та дідьой, вас чита. Да. Перевідери та не потом. Чим та ще дальше? Наташа сказала, що ці ікони делает она. Так що, якщо кого-то интересует, заходите, покупайте. Почем? Розварту пінькелика. Янтарь. 1 грамм 3 евро. Мне такие нравятся. Ну, только они мне нравятся. Я так понимаю, что я их носить не буду. А чу, потікую в продатуве. Прошу. Заканчивается наша сегодняшняя прогулка по Вильнюсу. Целый день мы ходили с 10 утра до 5 вечера. В 5 у нас поезд. Сейчас мы идем на железнодорожный вокзал. Все, наш экскурсовод на сегодня уезжает домой. Мы его провожаем. Натусик, пока-пока! Билетные кассы, зал ожидания. Я билет купила по интернету.
Один билет до Клайпеды стоит 17 евро. Сюда мы приехали на автобусе. Автобус стоил 19 евро. Нам так... Нам так понравилось путешествовать на общественном транспорте, что мы сейчас вот приехали на автобусе, а уезжаем на поезде. Давно-давно мы не ездили на поездах, решили возвращаться именно на поезде. На этом красивом поезде мы поедем в Клайпеду. У нас второй вагон. Идем искать второй вагон. Есть первый класс и второй класс. Мы едем во втором классе и во втором вагоне. Надо найти наши места. 66-69. Еще один час маршруту. Вильнюс, Клайпеда. Dear passengers, we welcome you aboard. Atsargiai, durys užsidaro. Attention, the doors are closing. Есть кофейный аппарат. Если вы не успели купить что-нибудь себе на железнодорожном вокзале, то можно купить прямо здесь. Кофе 80 центов. Шоколадный напиток с молоком евро 20. Наташа нам подарила маленькие сувениры. Два магнита. Один вот такой
Остра Брама. Матка Боска. Матка Боска. Это я люблю Вильнюс. Это она делала сама такой магнитик. Это не зефир. Нет. Это мыло. Такое мыло в виде зефира. Сказала, что это козье молоко. А это тоже Наташа подарила, но это не букет. Не пластиковый, не живой. Это тоже мыло. Она занимается, делает всякие мыльные поделки. Спасибо тебе, Наташа. Очень приятно. Если кто-то живет в Вильнюсе или рядом, и вам нравятся вот такие мыльные изделия, напишите, я вас сведу с Наташей. Единственное, сидеть вместе нельзя. Мы сначала сели вместе, рядом. Подошла проводница и говорит, что такие условия, только может мама с ребенком сидеть, и все. И мы рассели по разные стороны. Сидим как бы вместе за одним столом, но по разные стороны. Сидят все в шахматном порядке. Если вот у нас здесь может сидеть вчетвером, то мы сидим вдвоем. А там, где сидят вдвоем, то сидит один человек. И все. Едем, пока едем, классно. Картинка меняется. Как-то время проходит намного быстрее, чем на автобусе. На автобусе там, знаете, как не походишь, сидишь и все. А здесь можно походить, кофе попить, в туалет сходить. Почему надо брать места со столом? Потому что можно разложить свои пожитки и покушать. Что самое главное в поезде? Это покушать. Да, раньше в поезд что брали? Вареные яйца, котлеты, а сейчас всякие овощи. Алкогольные напитки распивать нельзя, но это не алкогольное пиво. Пиво чешское. Вспомнил одну историю. Когда-то ехал в поезде в Чехословакии, подходит чех, а мы компания литовская, и говорит, кто по-русски говорит? Все, не, мы по-русски не говорим. Я говорю, а я с удовольствием поговорю. Ну, говорит, пошли со мной. Мы сели, он достал пивка, закуски много разные. И начал истории про Чехию рассказывать, как надо пиво пить, какое пиво. И тут все наши подходят, говорят, ой, мы по-русски уже понимаем. Едем, смотрим в окно, ничего интересного. Старые здания, какие-то гаражи. Привет из 80-х, 90-х годов. Чем хорошо путешествовать в поезде, здесь можно ходить. Есть специальные места для людей с ограниченными возможностями. Вот это специально им места. Есть такое табло, типа телевизора, показывает, откуда куда мы едем, из Вильнюса в Клайпеду. На улице 17 градусов, в поезде 24. Скорость 105 километров в час, но она вообще не чувствуется, эта скорость. Сейчас скидывает до 94. Как выглядит вагон? Вагон выглядит вот так. Есть места со столами, есть места без столов, есть специальное багажное отделение, где можно положить свой чемодан. На автобусе из Вильнюса в Клайпеду 4 или 4,5 часа, а на поезде также 4,5 часа. Но здесь намного лучше ехать, потому что можно походить. В автобусе не походишь. Когда едешь за рулем, тоже весь в напряжении. Есть туалет, кстати. Сейчас зайдем в туалет, посмотрим, как он выглядит. О, боже. Дверь открывается сама и закрывается. Закрыли. Как выглядит туалет в поезде? Не так, как раньше. Есть зеркало, раковина, унитаз, пеленальный столик можно открыть для детей, вода. И довольно-таки здесь очень-очень широко. Вот,
сколько еще тут места. Видимо, можно заехать с коляской. Но мне очень нравится на поезде. Не знаю, давно мы не ездили, тем более сейчас поезда совсем другие, не такие, как раньше. Проезжаем какую-то деревеньку. Мы в Клайпеде. 5 градусов тепла. В Вильнюсе было 17 градусов. Ужас, какая холодина. Надо уши накрывать. В общем, за один день все, что можно, посмотрели. По горам поносились, по городу. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Лайкосы. Всем спасибо за просмотры. До скорых встреч в новых сериях по Литве. Пока-пока.